Нет, нет. Мы не можем принять ваши условия. Не можем. Понимаете, если сделка состоит на ваших условиях, мы потеряем 4 миллиона долларов. Нет, это не сильно по нам ударит, но бизнес так не делается. У нас нет другого выхода. Нет, давайте думать, как что-то придумывать. Мы готовы потерять максимум, ну, 500 тысяч. Максимум. Ваш счет, пожалуйста. О! Мы, во-первых, одну минеральную воду заказывали, а не две. И потом, не было у нас никаких сливок кофе. Вы чего тут начитали-то? Чего началось-то, я не понял. За лохов, что ли, держите?